Здорово. Как видишь, к сегодняшней рубрике я совсем не готовился, а потому буду вести ее, в чем, как говорится, мать родила. Да, в халате и с кружкой утреннего кофе. У акушерки было именно такое лицо. Но это та рубрика, помнишь, где мы попросили 1000 лайков взамен на продолжение. А если она соберет 2000 лайков, то вести ее буду я. Ну и нахера ты это сделал? Тебя радует все чаще видеть мою рожу. Любишь стратегии? Нет? А пошаговые стратегии? Еще больше нет? Но я прям как чувствовал, и припас одну для тебя. Да, такой я ублюдок. Но это хорошее. Грид Корп — это шикарная стратегия из уже далекого 2011-го. И да, как я уже говорил, она пошаговая. Определившись с фракцией, а их тут 4 — Индустриальный картель, Свободный народ, Пиратский трейдер и Военная империя — тебе следует, как это принято, добывать ресурсы и строить боевые единицы. Тебе будет необходимо выдержать идеальный баланс между добыванием ресурсов и производством. А там уже смотри по ситуации, что будет лучше — уничтожить противника или, быть может, обрушить фундамент под ним. В игре, помимо режима кампании, есть онлайн-режим до 4 игроков. Так что стратежьте с друзьями. Должен признаться, я не люблю гонки. Играя против ИИ, постоянно выигрываешь, и создается впечатление, что ты самый лучший гонщик в мире. А потом зайдешь в мультиплеер, тебя сделает какая-то тёлка. И всю жизнь не хочешь возвращаться в НФС. Так о чем это я? Ах, да, нет ничего проще, чем... просто вовремя сворачивать или использовать нитро. А вот космические гонки с прыжками через препятствия — это совсем другое. Да и мультиплеера там нет. Starbound — еще один шедевр с нестареющей графикой. Боже, сейчас таких игр единицы. Безумно захватывающие и красивые гонки. Ты пилот корабля, которому предстоит увиливать от препятствий и пройти все уровни, чтобы добраться до конца вселенной и познать саму суть мироздания. Прокачивай корабли для двойных и тройных прыжков. Пройди 60 уровней в 6 разнообразных областях вселенной. Тебя ждет красочная гонка будущего с великолепной музыкой и кучей драйва. Давайте будем откровенны. Всех нас весьма задрал Лондон. С его размеренным стилем жизни и постоянными пробками возле Биг Бена. И смотришь на эти часы, и даже матернуться нельзя. Культурная столица, блядь. Но в игре Traffic Panic London тебе больше не нужно терпеть. Ты сможешь управлять автомобильным движением на одном из центральных перекрестков Лондона. А тебя потребуется вовремя зажигать нужные светофоры для избежания дорожных происшествий. Но интересно не это, а то, что в результате проигрыша ты сможешь наслаждаться настоящей симфонией из аварий. Благодаря хорошей физике, неудачно свернувший автобус через мгновение к хренам сносит чертовое колесо, которым часть по городу рушит Биг Бен и давит невинных пассажиров. О, это чудесный таймкиллер с возможностью выбора различных перекрестков с особо изощренными предметами разрушения и режимом состязаний. Давайте будем откровенны. Все мы любим котеек. И сколько бы их не постили, сколько в доме у тебя их не передохло, если у тебя был кот, то он будет у тебя снова и снова. Можно даже имя не менять. Я вот всегда их зову Плотва. Но прикинь, если в один прекрасный день твоего пушистика похитили. Я бы был вне себя. Как и герой этой аркады. На одной планете, находящейся в нашей вселенной, живет мирная раса инопланетян, которая, как и мы, просто жить не может без котеек. Но в один прекрасный день какая-то другая раса извергов похитила домашнего питомца, мирно спящего на животе у своего хозяина. Это стало самой большой ошибкой в их жизни и послужило поводом для пролития целых рек крови. Хватай стволы на свой вкус и цвет и вперед на штурм планеты выродков. На твоем пути встретятся сотни разнообразных врагов и боссов. А тебя потребуется лишь превращать их в кровавый кисель. Пройди 60 уровней на 3 планетах, открывай достижения, новое оружие и верни усатого друга домой. Все мы любим убивать людей. Ну правда же, да? Я не один такой. Но законы и мораль вечно нас сдерживают. А ведь есть куча прекрасных кандидатов. Злая училка, соседи сверху, грубая кассирша, да свидетели Иеговы, наконец. А потом они говорят, что игры приводят к жестокости. Да только благодаря им мы вас не поубивали. Ну, правда ведь?
Одним из таких антистрессов является игра по знаменитому фильму ужасов «Крик 4». В ней ты, естественно, сможешь почувствовать себя в роли убийцы в маске. По геймплею игра напоминает головоломку про Хитмана на Android, только убийства происходят в реальном времени. Тебе будет необходимо незаметно подкрасться и убить всех человеков на карте, опасаясь стражей порядка, которых, кстати, тоже можно убить. Подходя к жертве, от тебя потребуется мгновенно провести определенную линию разреза для удачного нанесения удара ножа. Остается только следить за тем, чтобы тебя не заметили, прячась и гася свет. Проходи задания в стелсе, открывай новые уровни и побеждай в рекордной таблице между маньяками всего мира. А на сегодня это все. Качай игры с нашего сайта бесплатно, ставь лайк и смотри пропущенное видео. И еще, напиши в комментариях, в каком фантастическом образе ты бы хотел видеть меня в новой рубрике. Не буду же я вечно ее вести в халате. Это какое-то халатное отношение. Это был обзор от mob.org и я, Трэш. До скорого!